Вы в тюрьме не боитесь оказаться как Навальный, как Яшин? Как в этом нет ничего хорошего. Мне бы этого не хотелось, конечно же. Но вы внутренне готовы вот на такое пойти ради ваших взглядов? Я, прежде чем вот этим всем заняться, очень хорошо думал, да? В том числе советовался со своей семьей.